Перед сессией состоялось заседание фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов города-курорта Анапа. Рассматривали программу социально-экономического развития муниципального образования на 2013-2017 годы. Программа отправлена на экспертизу в Министерство Краснодарского края, а затем будет рассмотрена на очередной сессии. После заседания фракции началась работа 52-й сессии Совета. Депутаты рассмотрели 11 вопросов. Утверждены две кандидатуры на присвоение звания почетного гражданина города-курорта Анапа. Это бывший мэром Анапы из 2006 по 2009 год Анатолий Николаевич Пахомов и директор пансионата «Славянка» Тамара Петровна Петрова, которая в течение 10 лет руководила Анапой в советское время, занимая руководящие посты в Горсовете и Горкоме КПСС. Изменения коснулись структуры администрации. Будет создано новое управление по связям с общественностью без увеличения штата администрации. Члены правового комитета посчитали целесообразным создать управление по связям с общественностью, поддержать инициативу администрации. Новое управление будет координировать работу ТОСов и взаимодействовать с общественными и политическими объединениями. Еще одна отрадная новость для многих анапчан. Решением Совета уменьшены ставки налога на земельные участки под жилыми застройками до 0,03 под многоэтажками ТОСов и кооперативными и 0,04 под домами малой этажности. Эти изменения связаны с тем, что поступило обращение граждан, проведен анализ суммы налога, уплаченной гражданами, имеющими земельные участки под многоэтажными жилыми застройками и малоэтажными. Разница в сумме уплаты налога составляет практически в два раза. Кроме того, у нас есть представление анапской прокуратуры. Вносим изменения в части льготы для пенсионеров. Исключаем фразы «постоянно проживающие на территории муниципального образования город-курорт Анапа», дабы исключить нарушение прав граждан, которые имеют земельные участки на территории муниципального образования, но проживают прописанные. Город-курорт растет вширь. Появляются новые улицы. На Совете было утверждено решение дать название 7 новым улицам в Анапе, Субсехе, Юровке и Витязево. В Соте Кубань дали имена 5 улицам. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.